Всем доброе утро! С минуты на минуту должна прийти Марина. У меня здесь маленький капризули, который просто хочет внимания. Вот, у меня сейчас будет урок через 5 минут. Марина мне будет помогать малышам в это время. Короче, спустя 3 часа, даже больше, после прихода Марины, я вспомнила, что я не снимала влог еще. Просто у меня был урок, а потом... А у меня были дела. Да, и мы тут, смотрите, у нас шматки. Вот так вот спрячу. Я в этом платье без пояса, смотри, как у меня платье. Ну, клевое. Вот я все думаю, как платье носить или как ночнушку? Ну, как ночнушку, это будет бомба, конечно. Я вот тоже думаю, как ночнушку носить, что ли? Или мусор выносить в этом, ну, в общем, как-то это. У тебя есть мусор, кстати, надо вынести. Да, есть там целая куча грязных подгузников. Вот так что. Я сейчас сделаю селфи, и можно снимать распаковку, но вряд ли мы ее успеем до конца, потому что мама сейчас приедет. Можно снять сразу после массажа, например. Камера так долго включалась, что я почти не успела заснять, как Марина заправляет штаны в штаны. Меня выгнали буквально раздетую из квартиры. Не дали ни одеться, ни обуться. И сейчас я вынуждена позорить тех окружающих, заправляя дутые штаны в тоненькие джинсы. Потому что они с ней свалили. Вы видите, да, уже вечер. Вы думаете, у нас была хотя бы минута, чтобы снять влог? Ха-ха-ха. На чем мы там остановились? Вот где теперь подстрелы. Значит, мы сняли одну распаковку. Потом мы заглотили обед. Реально заглотили. Потом приехала моя мама и делала массаж. И укол в попу ребенку. Мы все... Надо там было просто ставить такую музыку. По нашим лицам было видно, как мы переживали. Потом мы успокоили ребенка, проводили маму, сняли распаковку. Она наполовину не записалась. Мы сняли ее еще раз. Извините, я не могу изящнее. Опа. И... Ну давай, вези. О! Ага, только ножками быстрее шевели. Смотри, вались в уголочек, в краешке. И что потом? А теперь мы уже на полчаса опоздали на мой урок. И вот теперь мы... Стой, Лесь. Теперь мы туда опаздываем дальше. Вот ребенок старается. Бежим. Это реально нереально. Я закончила урок и иду искать Марину. О, они с Олесей из кафе выходят. Значит, все-таки замерзли, сегодня холодно. Вон она машет рукой, какая тут красота. Или Олеська, может, гуляла на площадке, а Марина была в кафе? Сейчас посмотрим. Марина танцует. Заморозила я ее. Холодно ли тебе, девица? Привет тебе, холодно. Запакованный товарищ. Ну, какой теплый. Заморозили ребенка. Мой зайка. Как заморозить Марину? Марину заморозить несложно. Марину достаточно выпустить на улицу. Но сколько там было? 2 часа. Пускай легком. На морозе? Мы сначала полчаса активно шли, а потом они 1,5 часа гуляли в парке, если что. Вот дети все теплые, я проверила. Олесю не проверяла, но она выглядит теплая. А малыш тоже очень теплый. И сладко-сладко спит, ему в кайф. А Марине не в кайф. Мне в кайф было первый час, наверное. Это вот. А вот по полчаса? Потому что устала, наверное, и проголодалась. Я реально есть хочу. Очень. У меня прям слюни во рту. Я говорю, что я хочу есть. Что бы заточить дома? А нас выгоняют домой. Отрабатывай вперед. Пригласить к себе. Там вообще ничего готового нету. Мы все съели. Я вот думаю, а мы сыр с маслом убрали в холодильник или так и бросили? Сыра-то ничего не будет. А вот масло, я думаю, настанет кирдык за весь день. Не, он таким брезгует. Нифига себе. У вас вот собака бы съела.
Вы не представляете, какой Армагеддон дома. Я прям предвкушаю. Там ни пройти, ни проехать. Там сушилка посреди комнаты, мусор по полу разбросан, вещи. Правда, я все собрала. Ты собрала все обертки эти? Да. Ух ты. Ладно, беру свои слова. По-моему, подожди. Слушай, у меня рука отмерзла, потому что я без варежек, я попозже включу. Мы дома. У меня же камера в руках трясется. Что я могу вам сказать? Кое-кто довольный лежит в кроватке. Да? Хорошо погулял? Понравилось, да? Да. Хороший день у тебя. Да, скажи, массаж. Потом гулял, румяный такой с мороза. Мяу, да, покормлю тебя. Вообще еще не время, что ты кричишь? И вот кто-то ждет, пока лапки помою, да, скажи? Я терпеливая собачка, я умею долго сидеть и ждать, да? Ты у меня умница, ты молодец. Сейчас я тебя помою. Я вообще с супер прической. Дома просто... Смотрите, сколько у нас грязи. Мне надо это протереть. На кухне мы даже сыр с маслом бросили на столе, забыли, так спешили. И тут у меня все вон завалено. Короче, вообще, тут Армагеддон. Я сейчас буду убираться и есть буду. Кушать хочу ужасно. Вообще, день пролетел просто вот так вот. Хопа, я открыла глаза с утра, и все. И понеслось. Наверное, это все было бы не таким быстрым, если бы у меня в день, я так по моим прикидкам, у меня 3-4 часа в день, это не ночь, только день именно, уходит на то, чтобы кормить ребенка. То есть я просто лежу, сижу с ним и максимум могу почту проверять в это время. Вот, естественно. Ну что ты меня перебиваешь? Что ты меня перебиваешь? Я уже достала твое мясо размораживаться. Короче, везде надо... Мою собаку, делаю уборку. А, еще сегодня же мы должны были сходить на УЗИ мозга. Но мне позвонили, сказали, что врач заболела, поэтому, увы. И, в общем, я перезаписалась на завтра в городе на 6:30 вечера. Надо будет ехать. Я не знаю, если у Алишера получится нас туда-сюда свозить, или хотя бы в одну сторону, это будет очень круто, потому что так мне в одну сторону 2-2,5 часа на электричке. То есть мне надо идти до электрички. Ну, 20 минут плюс билет купить, плюс есть. Короче, полчаса до электрички. Час на электричке. Или 1:10. И еще полчаса от электрички. И это будет круто. Очень. Что? Ладно, все, пошла заниматься делами. Ну что, ребятки, уже 10:30. Моих сил хватило на то, чтобы разгрести основной завал в комнате. Малыш просится на ручки, я не могу, потому что... Ну, бери соску. Сейчас будет плакать. Потому что я готовлю постель уже. И сейчас набираю ванную для него.
Сейчас буду его купать. И... А, еще я, кстати, кухню убрала, что сказать хотела. Вот. Все, кроме кастрюли испорченного супа, который надо вылить. Это я сделаю уже завтра. Так я там разгребла. И теперь там можно жить и кушать, и все. Зайчик, потерпи чуть-чуть, пожалуйста. Потерпи чуть-чуть. Так, вода набирается. Вау. Слушайте, конечно, одновременно работать, заниматься ребенком и еще и другими делами немножко сложно, когда ты хочешь ребенку уделить максимальное количество внимания, которое ему необходимо. Но сложно, но можно, особенно когда хорошие помощники есть. Ну и что-то, блин, так день реально для меня вообще так раз и пролетел. Влог буду уже завтра монтировать, наверное, опять поздно выпущу, но... Выхода нет. Просто мне надо ложиться вместе с ребенком всегда. Но я максимум на полчаса позже ложусь, потому что никогда не знаю, как пройдет ночь, когда спокойно, все супер. Я с ним встаю там 8:30 спокойно. А если не супер, то я потом с квадратной головой. Поэтому лучше я пораньше лягу, чем все успею, но на следующий день буду умирать. Это сейчас важнее всего. Так, так что завтра. Завтра что у нас? Завтра массаж и УЗИ, да. Вот и все. Алишер еще на работе приедет в один... Ну, по идее, сейчас должен приехать или к 12, я не знаю. Я ему даже не звонила, мне даже ему позвонить некогда. Так. Водичка. Водичка. Чуть горячевато. Все, ребятки, давайте с вами попрощаемся. Завтра я приведу свой дом окончательно в порядок, надеюсь. И себе тоже, мне еще в душ надо, я все взмокла сегодня, пока мы тут снимались. Да, мы что-то видео сняли, вообще супер насыщенный день. Все, я желаю вам, чтобы у вас всегда хватало сил на все, что вы хотите сделать, и времени. Пока-пока.